Первый наш гость – это Андрей Ваджа. Он у нас уже был и вот сказал тогда очень интересную фразу, которую я вот прямо не один раз цитировал потом, относительно того, что если убрать нацизм, то вот эта украинская территория сразу становится русской. Можно мне сказать, у нас уже гость подключен или еще нет? Да, давайте общаться. Андрей, добрый день, рад вас видеть. Здравствуйте. Еще раз. Ну вот я уже буквально начал, поэтому вам задам такой же вопрос, который озвучил нашим зрителям. Есть ощущение некоего перелома? То есть вот у нас на момент сдачи в Азовстали вместе с ними насчитывалось 7 тысяч пленных всего. Сегодня говорят уже про 8 тысяч пленных только в республиках, хотя мы знаем, что еще в Россию вывозились. Постоянно идут новости о сдаче, постоянно идут новости, ну даже не новости, а вот эти записи видео от подразделений украинских, особенно с Западной Украины, которые там не хотим, не будем и так далее. Была вот эта инициатива, когда Зеленский, ну власть уже хотели официально разрешить расстрелы. Вот, масса видео появляется от жен украинских бойцов, которые там на Западе пишут, что их снова, вот они выбежали в тыл, их осталась половина, снова их там схватили, отправляют. Вот, как-то вот хотелось бы, чтобы вы вот эту ситуацию, там, перелом, не перелом, прокомментировали, свое видение. Ну, вы знаете, на мой взгляд, на данный момент перелом произошел в информационном и психологическом пространстве. То есть, как мне кажется, когда последний азовец вышел из подвалов промзоны в Мариуполе, мы продемонстрировали всем, что, во-первых, армия ЛДНР и российская армия могут воевать очень эффективно, предельно эффективно воевать. И что наш противник, которого пиарили вот уже столько лет на Украине, по большому счету он не может воевать и уже не хочет воевать. Ведь ну, это же не секрет, что те наши подразделения, которые в Мариуполе штурмовали позиции ВСУ и Азова, они ведь были меньше по количеству, чем те, которые защищались. Меня поразила вообще цифра. Там же получается, если посчитать, то в целом из подвала вышло там что-то более 4000 бойцов. Это при том, что у них боеприпасы есть, продовольствие, вода. То есть все необходимое для войны у них было. Но они вместо того, чтобы защищать, да, свои позиции, они шли в подвалы. А потом в этих подвалах очень долго сидели, стонали, кричали, просили, чтобы весь мир их спас. Вот, мир, естественно, что плевать на них, и в конце концов они сдались. Это, на мой взгляд, вот вся вот эта ситуация в Мариуполе, на Азовстали для нас и для всех остальных имеет прежде всего психологическое значение. Мы показали, что отборные части ВСУ, идеологически прошитые подразделения нацистов, не хотят и не умеют сражаться. Это, на мой взгляд, это вот после всего вот этого вся украинская пропаганда, по сути, она ложится. Все. Причем самое смешное наблюдать. Им же до сих пор не сказали, что там произошла сдача в плен, что там произошла капитуляция. Когда заходишь на их каналы, когда заходишь, смотришь их видеоролики в Ютубе, там же тот, кто говорит, что в Мариуполе произошла сдача в плен, он же для них открывает глаза. Они же до сих пор не догадываются, они до сих пор думают, что их кто-то куда-то эвакуировал. А тут, по сути, рушится вся структура пропаганды украинской, она рушится. И, на мой взгляд, вот в этом плане произошел радикальнейший психологический информационный перелом. Что касается боевых действий непосредственно, на мой взгляд, перелом еще не произошел. Но мы подходим непосредственно к этому моменту. Потому что даже вот вы сказали, и в принципе я абсолютно с вами согласен, сейчас буквально каждый день, а бывает и по нескольку штук, идут видеозаписи разнообразных подразделений
ВСУ и теробороны, которые криком кричат: «Пане президенту, рятуйте!» Проблемы у них у всех одного типа и одного плана. Первое, они не подготовлены. Второе, они вооружены лишь автоматами. Вот сегодняшний недавний это ролик, который сейчас начал блуждать по сети. Вот там они жалуются на что? На то, что из всей огневой мощи у них только пулемет «Максим» и пулемет «Дегтярева». Ну и автоматы. И вот с этой амуницией их, значит, бросили на позиции под удары артиллерии, танков, авиации. У них примерно у всех одно и то же, они говорят, вот эти все подразделения, которые отказываются, либо убежали оттуда. Воевать нечем, подготовленных командиров у них нету, осмысленных приказов у них нету. Вот первые дни они несут колоссальные потери, медицинской поддержки никакой нету. То есть, ну, в принципе, вообще ничего нету. Огневой поддержки тоже нету. То есть, по сути, берется вот эта масса людей, да, ловятся на улицах, вооружаются автоматами не первой свежести, даются там по нескольку гранат, в лучшем случае пулемет «Максим», и отправляют, значит, на фронт. И вот эта вот биомасса, ну, простите, конечно, но тем не менее, ну, слов из песни не выкинешь. И вот этой вот биомассой пытаются остановить военную машину России. На данный момент, по сути, вот сейчас, как только вот эти котлы позакрываются, они позакрываются, здесь уже, в принципе, нет никаких сомнений. Когда котлы на Донбассе, вот на Северном Донбассе закроются, когда все там будет перемолото, вот тогда произойдет перелом. И тогда вся вот эта структура, мы же сейчас видим, что, по сути, полевые вот эти подразделения, да, как единая система, они уже разваливаются. Там хаос. У них нет ни связи, то есть никто ничего не знает, куда бежать, что хватать, куда, что делать. То есть по большому счету, в общем-то, вот там уже нарастает хаос в рядах украинской армии. И из того, что можно понять, слава богу, мы, гражданские, не понимаем до конца, что там происходит. И я еще раз повторяю, слава богу, это замечательно, что мы не понимаем. Мы и не должны понимать. Мы должны видеть только конечный результат. Вот надо просто набираться терпения и ждать конечный результат. Для нас будет конечный результат — это закрытие котлов на Северном Донбассе. А после этого вся, в принципе, структура ВСУ начнет разрушаться. Я об этом говорил в одном из своих видеоматериалов аналитических еще за год до начала специальной военной операции. Когда я вот размышлял о том, какую форму примет будущая война, я ж не сомневался, ни минуты не сомневался в том, что военная операция будет. Это все шло к этому. Вот. И единственное, что я ошибся в сроках. Я исходил из того, что ВСУ начнут рассыпаться и разваливаться в первые недели. Но за счет вот нацистских этих формирований, которые в тылу у ВСУ в виде загрядотрядов держали вот эту линию обороны, вот они растянули это, то есть 2 недели они растянули до 3 месяцев. Но сейчас мы видим, что вот полевые вот эти структуры ВСУшные, они начинают разваливаться, рассыпаться. Они не способны противостоять в технологическом плане российской армии. Это несовместимые вещи. Они не способны в плане подготовки противостоять. Это тоже, то есть мы, по сути, это за первые 3 месяца перемолотили наиболее подготовленные части. ВСУшные и на нацбатах, так называемых. Сейчас уже вот следующие потоки, которые они туда загоняют, это по большому счету, но это мясо, да, как сейчас называют на Донбассе наши бойцы, это мясо. То есть они не подготовлены, они пытаются... И понимаете, чем украинцы гордятся, украинское руководство? Мы, говорит, уже собрали 700 тысяч человек, а хотим собрать еще больше. То есть этим дебилам в голову не приходит, что современная война — это не количество биомассы, которую загнали на линию фронта. Биомасса вот эта вот, она уже ничего не... Количество солдат уже ничего не решает. Современная война — это война современных технологий, высоких технологий. А, извините, Украина воюет советским оружием. То, что там из Запада им присылают, это достаточно забавно. Это, знаете, это в большей степени напоминает рекламную кампанию ВПК американского. Смотрите, мы пушки, вот, смотрите, мы джавелины там, и все остальное. Вот, давай, покупайте. То есть оно реально не влияет на ситуацию. Мы же видим,
что у них ничего, да как не было ничего, да, вот, допустим, из тяжелых вооружений, то, что мы перемолотили вначале, так этого ничего и нет. Те пушки, которые в качестве рекламной кампании, да, вот эти дальнобойные, те же американские, прислали, но они же, ну, простите, но чтобы ими пользоваться, это необходимо иметь подготовленные расчеты. А подготовить их за неделю невозможно. Точно так же невозможно подготовить воевать, допустим, на немецких танках, даже старых. Невозможно. На американских Абрамсах люди воюют или, скажем так, служат, да? Они практически всю жизнь служат, чтобы вот четко понимать, знать, как этой техникой пользоваться, как ей управлять и воевать. За неделю, за две недели, за три, за месяц невозможно это научить. Плюс, опять-таки, нарушена коммуникация. Я повторяю, вы знаете, смешно звучит, но тем не менее повторю то, что я еще говорил задолго до начала специальной военной операции. То есть у них разорваны коммуникации, у них разорвана логистика. Все, что у них было свое, оно уничтожено. Первые месяцы долбили так по складам. То есть сначала за первую неделю уничтожили все, что вот мы знали о расположении, да, разведки. Потом долбили то, что хотели. Сейчас они голые сейчас, голые и босые. Отсюда, кстати говоря, и та истерика, которая на Западе сейчас начинается. Они вдруг поняли, что в конце концов все начинает двигаться к финишной черте. Что меня поражает в этой ситуации, так это поведение самих украинских граждан. Вот я периодически слушаю украинское телевидение и захожу, значит, на их ресурсы. Очень интересно. Украинское телевидение — это просто, ну, честно говоря, вы знаете, ну, я вообще скептически отношусь к современной журналистике. Но по сравнению с тем, что там вот происходит сейчас на одном телевизионном канале украинском, это просто жесть. То есть, ну, просто жесть. Ну, чтобы вы понимали, там процентов, наверное, 60 забита рекламой о том, что они переможут, что они там всех подлают, что они там молодцы и так далее. То есть просто идет эта вот реклама социально-политическая, такая, знаете, зомбирующая. Мы самые сильные, мы самые умные, мы и так далее. А в контексте вот этих рекламных блоков какие-то люди сельского вида, значит, рассказывают о том, что, значит, какие-то там куда-то сбежали какие-то поросята, где-то там что-то разлилось. Значит, кто-то там уехал с Луганской области. То есть, вот, когда смотришь украинское телевидение, возникает ощущение, что это не телевидение страны, где идет война. Вот реально, вот нет, вот войны как таковой нету. Единственное, что поражает, что, вот, допустим, периодически они берут интервью у мэров, чаще всего уже беглых мэров, значит, городов на Востоке, да, вот, и пытаются из них хоть что-нибудь выжать. Там, значит, больше всего мне вот последний раз понравилось, значит, мэр Изюма, где-то там он прячется, бегает. Его, значит, начали расспрашивать, как ситуация. Он говорит, ну как ситуация? Ну ситуация плохая, мягко говоря, да. Вот. А, значит, два ведущих украинских, женщина такая молоденькая девушка, я так понимаю, она специализируется на изнасилованиях. И она, давай этого мэра. Так нам же сообщили, что там, значит, российские военнослужащие насиловали старушек, женщин, младенцев, отгрызали им ноги, руки. То есть расскажите нам про это. Значит, мэр сидит, ну, мужик такой сельского типа, значит, он так осоловевший на нее смотрит, говорит, ну, у нас, говорит, нету таких подтверждений. Через минуту девушка повторно. Ну так что, вот поступали, масса поступала звонков. Нам, значит, люди беспокоятся, насилуют младенцев, отрывают им руки, ноги. Значит, этот мэр, значит, такой Изюма, так, ну простите, говорит, ну нету у меня подтверждения этого. Ну расскажите что-нибудь плохое, что они делают плохое? Ну вы знаете, они не пускают, значит, не выпускают украинских граждан, которые стремятся в Украину. Вот не выпускают. А почему, говорит, неужели они что-то замыслили там подло? Нет, российские солдаты говорят, что вас просто там убьют, пока вы будете переходить вот эту вот зону. Вас просто поубивают, и мы не хотим брать на себя ответственность. И я смотрю, девушки, вот она же, у нее микрофон же здесь. Господи, ну про изнасилование, ну хоть что-нибудь про изнасилование скажите, ну хоть чуть-чуть. У нас же вот там женщина есть, она большой специалист, она же всем рассказала, что там насилуют детей. Это бред. Это полнейший... Про войну вообще ничего. Вообще.
Полное. Периодически появляются, типа Арестович рассказывает о том, что все хорошо. Причем, что интересно, ведь в Киеве, как в Киеве, допустим, так и, допустим, на Западной Украине, основная масса населения уверена, что Украина уверенно побеждает. Это я получаю уже как бы информацию, общаясь с людьми, которые там вот мои знакомые остались. Вот люди реально, причем, ну, я не могу сказать, что они идиоты. Реально разумные люди, ну, по крайней мере, как я их знал когда-то, до этого момента. Вот человек уверен абсолютно, что к сентябрю, ну, максимум к октябрю все закончится. Причем закончится тем, что Украина войдет даже в Крым. Что Украина возьмет под контроль даже Крым. Просто там у него родственники, там вопрос, в чем стал. Как дедушка собирается поздравлять внучку с днем рождения? То есть, что... И он сказал так вот на это, спокойно, говорит, так, говорит, мы же к сентябрю, ну максимум к сентябрю, ну октябрь в крайнем случае, мы же зайдем в Крым. Мы же Крым освободим, и я тогда поеду к внучке и лично ее поздравлю там со всем, чем полагаю. Это просто вот, вот такие, знаете, несовмещающиеся вот такие вещи. Опять-таки, реакция на тот же Мариуполь, да, когда вот украинцы узнают, украинские граждане узнают о том, что вот Мариуполь не эвакуированы бойцы Азова, а сдались в плен, капитулировав. Какая у них реакция? Слава героям! Слава Украине! Мы с ними! Мы переможем! То есть люди сдались в плен. То есть люди сдались в плен, они не захотели воевать за Украину. Причем в огромном количестве. Группировка, там, четырехтысячная группировка, это мощнейшая сила. Они могли спокойно пойти как минимум на прорыв. Как минимум могли пойти на прорыв, но не захотели. И при этом эти вот продолжают кричать, что они герои. Понимаете? Вот парадоксальная ситуация, совершенно в психологическом плане. А теперь представьте, да? Ведь когда произойдет уже реально военный перелом, это ведь сейчас реальность начали познавать только те люди, которые на фронте, я имею в виду украинские граждане, те, которые непосредственно в зоне боевых действий. Они вдруг поняли, что что-то пошло не так. И что то, что рассказывают им по телевизору, оно не совпадает с той реальностью, с которой они столкнулись. У них уже, они уже это понимают. Почему? Потому что на голову бомбы падают, снаряды падают, ракеты. Они понимают, что они умирают. А умирать-то не хочется, как тем вот нацистам, идейным, хотя, которые должны были, по идее, там сдохнуть в Мариуполе. Но они же как бы, ну, они же убежденные, идейные. Так и простым мужикам, которые сгробастали, отправили умирать, им тоже не хочется умирать. Они все хотят жить. Понимаете? И вот при соприкосновении вот этой пропаганды и реальности у них в сознании происходит разлом. Вот сейчас по ВСУ, сейчас вот мы сейчас наблюдаем, эта волна пошла в головах у людей. Волна, начался разлом сознания. Там в тылу пока еще об этом не знают. Но когда в тылу поймут, что происходит, когда вот перемолится вся вот эта группировка на Донбассе, когда наша армия двинется дальше, тогда там начнется в психологическом плане, там будет жесть. Мне вот даже любопытно. Мне просто будет вот любопытно наблюдать за теми моими знакомыми, которые вот сейчас на данный момент уверены, что Украина побеждает и к сентябрю победит окончательно. Опять-таки, посмотрите на реакцию Запада. Меня сегодня, что меня больше всего сегодня поразило? Представитель английской церкви, епископ, в своем выступлении заявил о том, что вся надежда теперь вот в этой ситуации, которая сложилась сейчас в мире, вся надежда теперь на Россию и Путина. Потому что только Россия и Путин выступили открыто против мирового правительства и той системы, которая навязала это мировое правительство миру. То есть это стоит человек, представляющий католическую церковь, я так понял, я не уточнял, надо посмотреть. Ну, скорее всего, наверное, это католики, а не англикане. Ну, может быть, англиканская, но какая разница? И он заявляет такие вещи, которые, ну, как правило, у нас любят проговаривать в так называемых маргинальных кругах, да? И тут просто, а перед этим было заявление Папы Римского. То есть получается, что на данный момент церкви, основные церкви западные, да? Вот, они смотрят на реальность несколько иначе.
чем ее подают сейчас пропаганда западная. Совсем иначе, мягко говоря, потому что заявление, ну, я реально шокирован был тем, что я послушал. А я хочу даже, я даже дополню немного, вот из-за чего есть даже, можем даже посмотреть видео, у меня есть запиканное видео 06, Арестович, пока ребята ищут, пойдите, из-за чего истерика была у Арестовича, потому что уже прямым текстом в Европе, да и в Штатах, ну тот же Киссинджер говорит о том, что Украина должна смириться с территориальными потерями, и сейчас это надо все уже завязывать, надо выходить на переговоры. Вот, и там истерика у Подоляки, у Зеленского, который там, хотя обычно те вещи, которые говорит Киссинджер, это глыба такая, это, ну, скажем так, старая гвардия американская, это когда такие вещи исходят от Киссинджера, это не то, чтобы попытка там Зеленскому посоветовать, это руководство к исполнению от хозяев, от реальных. Вот. Мы то же самое слышим в Европе, там в Евросоюзе какие-то страны там в преддверии очередного саммита готовятся чуть ли не ультиматум Украине выдвигать. Вот. Это все чувствует Украина, то есть там все больше и больше появляется вектор, это вот к тому, что вы сказали, там уже есть осознание реальной ситуации. Слушайте, но у них же, мы же видим, что у них сейчас происходит в экономическом и финансовом плане. Мы же это прекрасно видим. Голые полки, непрерывно растущие цены на горючее. А цена, запредельная цена на горючее, она же отражается не только на способности граждан передвигаться на автомобилях. Она полностью отражается на всей экономике в целом. Без бензина и дизеля экономика, она ж невозможна. При дорогом бензине и дизеле экономика становится крайне дорогой. Киссинджер, он очень разумный человек. И сейчас он заговорил о том, что Киеву, да, желательно было бы пойти на уступки, желательно было бы отказаться от части чего-то, чтобы сохранить хоть что-нибудь. И дай бог, чтобы его в Киеве не услышали. Вот надо молиться, чтобы вот этот вот совет Киссинджера, который, вы говорите, это как руководство к действию, я сомневаюсь. Потому как отреагировал на Киссинджера Зеленский, они его не услышали, точнее, они его услышали и возмутились. И слава богу. Вот дай бог, чтобы так и было. Потому что зачем же нам брать часть, если нам надо забрать все? Поэтому пускай. Пускай, ради бога. А Запад сейчас уже, он уже как бы шатается. Уже в Европе-то, понимаешь, уже не только в Европе, уже и... Ну, смотрите, что буквально вчера заявила, да, один из высокопоставленных представителей ЕС. Мы, что она сказала? Мы потеряли дешевый газ. Еще раз подчеркну, меня что, она откровенно сказала, меня опять-таки... как тот священник, она поразила тебя откровенностью. Европа потеряла дешевый газ. А дешевый газ – это фундамент той экономики, которая, в принципе, сейчас вот была выстроена в Европе за счет дешевых энергоресурсов из России. Причем они сами подчеркнули, именно дешевых. А сейчас все. Этих дешевых энергоресурсов у них уже не будет. Американцы же тоже прекрасно все понимают. Эти вопли и сопли простых американских граждан по поводу того, что нет, не просто бензин растет в цене. Они не могут купить детское питание. Те, которые там сидят, наши вот эмигранты, которые еще видели Советский Союз, потом туда сбежали, на этот град на холме, да, вот, они сейчас на это все смотрят, на происходящее, и у них возникает дежавю. А мы же где-то это все видели. Господи, а где же мы это видели? Мы это видели в 90-х. В России. Точно. Точно. Перестройка, гласность и так далее. Так что? В Штатах перестройка началась. Ну, Господи, да слава Богу. Ну, слава Богу, что там началась перестройка. И в Европе началась перестройка. И это тоже слава Богу. Положить под себя, ведь они же постоянно кричат, вот, и западные вот эти вот пропагандисты, и наши местные дурачки разные, я не буду называть, да, кричат о том, что против нас весь мир. Где вы мир весь увидели против нас? Весь мир это что? Это США, и сателлиты, и Европа, да, это весь мир? Нет, ребят, весь мир это уже давно, Запад уже давно не весь мир, как бы проспали все уже. Давно не весь мир. И даже многих сателлитов американцы под себя уже положить не могут.
Не получается. А Не почему? могут. А потому что реальность резко-резко меняется. И все вдруг поняли, что вот эта западная гегемония, она себя уже исчерпывает. Ужас. Вот все сейчас сидят, затаив дыхание, и смотрят за тем, как Россия методично рушит вот эту вот гигантскую мировую систему, которую Запад выстраивал последние там лет 60. Особенно вот эти 30 лет, когда не стало Советского Союза. Вот на самом-то деле большая часть мира мечтает о том, когда эта система рухнет, потому что это система принуждения, это система лжи, это система грабежа. Ведь американцы либо европейцы могли прийти в любую страну и взять так, как они хотят, все, что они хотят. И попробуй пикнуть, у тебя нет вариантов. А сейчас вдруг на наших глазах выстраивается альтернативная система со своей валютой, да, со своими валютами, со своими финансовыми системами, со своими экономическими системами, своей логистикой. Вот сейчас у нас на глазах формируется Я вот, Андрей, альтернативная буквально на реальность, вот, секунду, которая была построена. да, вот вставлю небольшое. У меня товарищ хороший, Руслан Карманов, который в Гонконге живет, он сказал вот именно в этом контексте, вот у нас Британия же считается международным финансовым центром, сейчас у нас начинаются непонятки там с зерном, там Россия действительно начинает, ну, заниматься этим вопросом плотно, и уже получается не господа в цилиндрах будут определять цены там на ресурсы, на зерно, у нас появляется рубль. И вот он такую фразу сказал: надо понимать, что британцы ради сохранения своего влияния несколько человек там удавить, убить, там как голодом уморить, как на Украине там несколько миллионов, у них не то что рука не дрогнет, у них даже ресницы не вздрогнут. Они это сделают с очень большой легкостью. Слушайте, но англосаксы этим занимались столетиями. Они столетиями этими занимались. Если пересчитать, сколько было людей утоплено в крови за вот эти вот столетия, западного господства, прежде всего англосаксонского господства, там счет идет на миллиарды. Если вот так вот в течение столетий, да, сколько было людей убито, в Индии, в Китае, в Америке. Да, блин, на Ближнем Востоке. Да, по сути, Запад как вурдалак. Он топил в крови весь остальной мир, высасывая из него все соки. И вот эта вот красивая надстройка. Вот посмотрите, какой великий Запад, какой он молодец. Я периодически слушаю на наших этих вот либеральных мыслителей, и точнее даже некоторых либеральных, которые сидят в Киеве. Там такая вавка в голове. Вы знаете, вот люди там с профессора философии. Такую пургу несут, что просто на голову не наденешь, не натянешь. То есть такое еще. Ну ладно, я понимаю, там простой какой-то рядовой гражданин Украины, там с какого-нибудь села. Да, я еще могу это понять. Ну там или простой там гражданин с города, который там у него своя жизнь, он быт и так далее, он не интересуется всеми этими. А здесь целый профессор философии, да, и он рассуждает как ребенок, он как младенец, вот он повторяет вот этот нарратив западной пропаганды, блин, но ты столько знаешь, ты столько книжек прочел, ты продолжаешь читать разные там источники, ты рассказываешь, как правильно критически и логически мыслить, но при этом у тебя вот это вот не стыкуется в голове совсем, и как только ты сталкиваешься с реальностью, вот что меня опять-таки поражает. Хотя, по большому-то счету, все, что сейчас происходит, оно было очевидным и понятным, ну, для человека, который, в общем-то, занимается всеми этими вещами, задолго до всего происходящего, ну, елы-палы. Но оно, по большому-то счету, на поверхности уже давно лежит. Просто надо открыть глаза и увидеть. А не хочется. Потому что наша вот эта вот интеллигенция и либеральная, и украинская, она мало чем отличается-то. Вот они же все очарованы вот этой вот западным идолом. Они воспитаны вот в рамках вот, да, они же как же они же видят культуру западную, европейскую прежде всего. Вот этот гигантский пласт, да, она действительно, она до сих пор нас впечатляет, она до сих пор нас поражает. Но проблема-то в чем? Это же, знаете, это свет взорвавшейся звезды. Вот звезда взорвалась, но далеко.
Свет от нее еще идет. Мы еще не знаем, что она взорвалась. Мы смотрим, мы любуемся звездой, говорим, Господи, как она прекрасна. Вот наша интеллигенция, вот эта искренняя, не та, которая на грантах, а вот искренняя, которая очарована Западом, его культурой, да, философией, литературой, искусством и так далее. Они смотрят сейчас на свет, который идет от взорвавшейся звезды, того Запада, того Европы, которой они до сих пор любуются и поклоняются, уже нету. У меня один из авторов неплохую статью написал, на следующей неделе я ее сдам. Как раз речь там как раз идет о том, что мы сейчас накануне борьбы за европейское наследие, которое они, от которого они отказались благополучно, выбросили, обгадили его. А мы это берем, потому что это и наши тоже истоки. Как ни крути, но это тоже наше. Весь этот великий пласт европейской культуры, да, он тоже наш. Он реально наш. Мы в значительной степени тоже на нем воспитаны. Мы отталкиваемся в своем мышлении тоже от него. Получается интересная ситуация. Весь вот этот бред политический, да, связанный с расизмом, с нацизмом, с экспансионизмом, вот, и так далее, это все, этот весь бред остается там у них. А от реальных ценностей они отказываются. И получается, что мы их подхватываем и берем себе. Парадокс. Поэтому неудивительно, что сейчас, допустим, вы знаете, я когда приехал в Россию с Украины в 2015 году, мне довелось общаться с человеком, который мне рассказал удивительную историю. Это 15-й год еще было. Говорит, у меня две семьи, говорит, из Франции. То есть папа, мама, два сына с семьями, жены и дети. Они подали заявку на российское гражданство и хотят полностью перебраться к нам и здесь у нас жить, в России. Недавно слышал, что как бы идут заявки из Соединенных Штатов. Причем в таком вот порядке. Люди собираются, люди уставшие от этого бреда, да, идеологического, который там. Вот, и они понимают, что Россия сейчас на данный момент является неким оплотом вот, той жизни, которой они, в принципе, привыкли, от которой они не хотят отказываться. То, что мы сейчас называем традиционализмом. Они устали от постмодерна, которая сейчас, по сути, превращается в некую, знаете, такую фашистствующую систему, тоталитарную систему. Вот постмодерн, он страшен чем? Это, по большому счету, пустота. Отсутствие любых ценностей. Почему отсутствие ценностей? Потому что отрицается любое принуждение. Это абсолютная свобода. А свобода абсолютная, она предполагает как бы отсутствие любых ценностей. Потому что ценности — это принуждение к чему-то. Это какие-то рамки, понимаете? Традиции, ценности, да, идеи. Это все. А тут абсолютная свобода. Это значит, это некое тело в пространстве, которое может делать то, что хочет, потому что вот свобода же. И все рушится, все рушится. Мне эта тема настолько близка, я много лет уже говорю, что Россия в определенном роде будет ковчегом вот этих традиционных ценностей, семейных ценностей. И да, действительно, и об этом я тоже говорил, что люди поедут, ну, потому что нормальное желание нормального человека — это растить детей, работать, а не добиваться права заходить во все туалеты там 80 полов. Понимаете, то есть в США... Так это что, там 80 туалетов должно быть, по идее? Да, нет, ну как-то они объединяют, они тоже, определенная не логика знаю. Есть. Я вижу, как, вижу споры. Я вижу, как в США цены на топливо выросли уже в 4, в 5, где-то в 6 и более раз, вот в той же Калифорнии. И на полном серьезе там могут обсуждать, например, фразу, то есть оговорился кто-то или в рекламе сказали, что не все мужчины могут быть беременными, например, они на полном серьезе очень мощно и глубоко обсуждают вот эти важные животрепещущие в этом животрепещущие вопросы. Андрей, я спасибо вам огромное, что Проблема же в чем? Давайте я чуть-чуть просто хайдеггеровщины добавлю в наш разговор, в нашу беседу. Я в данном случае имею в виду экзистенцию. Ведь сейчас идет столкновение даже не каких-то политических, да, сил, не экономических, хотя не только этого. Прежде всего сейчас происходит столкновение и борьба
на экзистенциальном уровне. Что такое экзистенция? Это не только физически, да, вот я здесь и сейчас. Вот. Моя экзистенция – это прошлое и это будущее. А я, как я вот здесь и сейчас, это как переходный момент из прошлого в будущее, понимаете? А что делают они? Они разрушают, вот именно разрушают на экзистенциальном уровне людей. Они отсекают их от прошлого. Они их превращают только в здесь и сейчас. Вот, вот здесь, но это животные. Вот животные, которые без экзистенции живут только насекомые, животные, другие виды организмов. Да? Человек именно от его сознания, вот его, он отличается от всех остальных именно вот этой своей экзистенциальностью. Направленностью из прошлого, вот каждый из нас, и коллективы гигантские, да, почему нас пытаются отсечь от прошлого, лишить прошлого, да, вот сообщество социальное. Потому что это то же самое, только на индивидуальном уровне и на коллективном уровне нас пытаются разрушить нашу экзистенциональность. Вот в чем проблема-то. И сейчас, по сути, сталкиваются именно вот, происходит столкновение и борьба именно на экзистенциальном уровне. В том числе столкновение, то, что, которое сейчас происходит, оно гораздо глубже, чем мы его видим на самом деле. Гораздо глубже. И из этого вытекает и все остальное, то, о чем вы говорите. Мне просто мне очень понравилась метафора, уже это вторая будет ваша метафора на вооружении у меня, про свет взорвавшейся звезды. Потому что ну, это очень четко характеризует как нашу оппозицию, так и Украину в целом. То есть они в безумии сейчас вот продолжают рваться в Евросоюз, искренне переживают из-за того, что им не дают это сделать. Там опять звучат слова 10, 20 и более лет, хотя там с 2014 года обещают. Но по сути, да, вот они бегут на этот свет звезды. Когда они туда добегут, там уже, наверное, в Евросоюзе никого не будет. Во всяком случае, в Великобритании там нет уже. Андрей, огромное спасибо, что нашли время к нам выйти. Всем, кто нас смотрит, я подсказываю, это Андрей Ваджа. То есть ищите одноименный телеграм-канал, где вы сможете читать его в режиме 24/7, а не только вот эти маленькие полчасика, которых всегда не хватает. Спасибо большое. До свидания.